Смотрите, Вячеслав тоже подходит к Саше. Слева. Левый боковой сейчас будет. Вот это попадание, действительно, левая. Маша Стоятасака прилетает точно в цели. Просто обрубает Александра Емельяненко. Улыбается Вячеслав Даца, как понимаю, что он доволен собой. Хотя, в принципе, как можно быть недоволен собой после такого перформанса? Пытался Александр, конечно, уйти от этого жуткого размена. Давайте будем объективными. Все прекрасно понимали, что будет делать Вячеслав Даца. Да. Все ожидали, что...